Righteous they came for a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Брат, что тебе зашла игра? Пускай спустя 7 лет. Ты сейчас играешь на нормале. Карта откроется после прохождения игры. Огромная просьба пройти потом игру на харде. Там становится интереснее у некоторых. Да, конечно, по твоей просьбе я буду проходить игру заново. Вот это ты выдал. Почему-то каждый раз нужно геймпад включать. Назначить геймпад. Куда вам это засунуть? А чё он не работает? О. Так, все работает. Раз-два. Ну, что здесь? А, ну да. Вот, обычная сложность. В Dark Souls даже если игра нравится. Призыва NPC для помощи с боссами, которые ты не пользовался, несмотря на то, что это официальная, так как задумано разрывами механика. Почему бочки в БГ это другое? Ты же сам просил хардкор. Так я играл на хардкоре, я прошел БГ на хардкоре. В смысле, бочки. Так бочки это я использую, это действительно другое. Я ж не призываю кого-то, чтобы за меня бочки ставили. Так, я не понял, какого черта опять миссия на вертолетике? Я только... Блять, сколько этих миссий на вертолетике ебаных? Это русалка? Кто это? Ну я знаю, что я устал от миссии... Бля, как это доджить? Я устал от миссии на вертолетике. Сколько можно? О, нет. Как это доджить? Как это доджить? Что за... Бля, опять миссия на вертолетике, это за что? Даже не знаю, как атаки доджить. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим черепком. Ну вот, первый черепок есть у тебя. Ребята, пожалуйста, помогите мне, он идет. Ну ладно, не так уж и страшно, я девушка проворная, но твоя помощь мне бы не помешала. Помоги мне убежать от этого отморозка Паджа на Эпик Лут и получай награды, и обязательно копи победы и получай сундуки с арканами. Кстати о них, ты же наверняка знаешь о секретном боевом пропуске, где можно заполучить аркану на враз Кинга или отнять костяной хук у этого, ну, отмороженного. В общем, пройдешь боевой пропуск эпиков и получишь одну из этих наград совершенно бесплатно. Ссылочку я снизу оставила. И промокод тоже. Используй его, не дай автору канала замерзнуть. Атаки непонятные, Гойс. Помолчи, сучара. Привет. Ты на прошлом стриме не заметил, что у короля появилось новое испытание, Гамбит. За прохождение дают ачивку. По поводу секретного босса просто поговори с челиками на подиуме и сам все поймешь, точка, будут ли еще пацифи страны. Мне сомневаюсь. У короля появилось новое испытание, Гамбит. Сейчас после этого босса схожу в DLC, проверю. Если мы тут не застряем на 1000 лет, у меня будет настроение. Бля, ну этот босс... Что-то душный. И хп у него много, как будто. Ага, это тоже вот так? А как? А как стрелять, собственно? Ебать ты Гаргона. А что делать мне надо? Я ж двигаться не могу. Так я же двигаться не мог, в принципе, вообще. Да пиздец, чё за босс даунский? Вот как сейчас её атаки доджит после этого? А, отборсками? Я думал, меня убить должен, но просто сейчас меня убило. А, так меня не убивает? А, меня убивает. Бля. Стадия скаменения вообще непонятная. Ну и как это дождь?
почему ее змеи не сдохли? Ну как вот тут, как? Так, ласт стадия, есть шанс. Сейчас бомбы... Ой-ой-ой! Не нужно кланяться. Тихо. Привет, Абзан. Следишь за своим питанием? Я имею в виду белки, жиры и углеводы. Не особо. Или вообще не запариваешься? Для меня это сложно. Как ты снимаешь свой метаболизм из 10? И чем тебя с волосами на голове? Все электричество Венеции сконцентрировал сось над тобой. Я, кстати, видел только что перед стримом, но когда я включил стрим, я заметил. Я еще отошел. Я попробовал причесаться, но это долго. Это короче, надо с водой причесываться минут 5, чтобы оно пропало. Ничего не сделаю сейчас. Нету пути. Это не контрится в данную секунду. Мне тут сложно следить за своим питанием. В плане, кстати, это почти прошел. Из-за того, что я нажал на паузу, я сейчас, ну, потеряюсь. В пылу битвы я сейчас не пойму, где я нахожусь, что мне сейчас надо делать сразу. Мне сложно следить за питанием из-за того, что я очень мало что ем. То есть, допустим, я ем где-то 5-10% от того, что едят в целом людишки. Из этих 5-10% мне нужно выбирать, да, что-то вот именно там, ну, по углеводам, по жирам, чтобы было более-менее здорово. Короче, это очень сложно. Вот. А, все, мне пизда. А, так это не дожить. А как я должен был выжить? Короче, я так понимаю, нужно оставлять 3 жизни на последнюю стадию, потому что я не понимаю, как дожить. Да. Ну а как тут задолжи было? Ну никак, да? Ну как будто эта бомба не котит особо. Почему она до сих пор жива? Ну тут я уже проебал, это понятно. Бля, сложный босс. Я не уверен, что бомба наносит больше ДПС, чем если я стрелял бы по одной торпеде в нее. Но и так попробовать. А на нее накоцал? Я надеюсь. Да! Ты рухнешь, блядь. Так, лучше во время этой стадии вообще не стрелять. Что будешь делать на миллион подписчиков? На миллион подписчиков, а когда они будут, я даже не знаю, скоро, не? Сколько у меня там, 800 или сколько? Не знаю, какая разница? Миллион это же немного. Миллион это было много сколько? Миллион было, наверное, много, когда я начинал стримить или 10 назад, правильно? Тогда это было много, ну, как для Ютуба. А сейчас миллион подписчиков, это что, много на Ютубе? Типа, ну, а что делать? Не знаю. Да! Полетели. Я ее накоцал, я надеюсь? Или это не счет? Я не знаю, что делать. Ну, я не знаю, как это контрить. Бля, зря я, да? Да как это контрить-то? А, ну все, я тут проебал. А, можно это как-то дожить даже, да? А, эта стадия оказывается легкая, если... А, все? Эта стадия самая легкая, оказывается. Блин, этого босса даже можно без дэмэджа пройти в теории, хотя... Я не совсем понял, как на второй стадии окаменения дожить. А, минус. Так, что там про DLC рассказывали, пошли посмотрим. Так, шо у нас по списку? Осталось 2 босса. Монеты я уже вроде все собрал. Так, открылся новый прикол в королевской рокировке. А где его искать? Гамбит это новое что-то, да? Ты встретился со всеми соперниками по очереди. Бля. Погоди. Тогда нужно переодеться. Не уверен даже, что я хочу этим заниматься.
a real high-class battle. You're up! Ай, блядь, так нельзя же, да. Блядь. Я надеюсь, у меня ХП хотя бы, ну, восполняются после этого. А, ну если ХП восполняются, тогда это терпимо, наверное. Бля, этого чела я не помню особо. Я не помню, когда он на меня рашить должен. Какая-то анимация. А, вот это? А, ну да. Да не, ну блядь! Не, ну это сложно. Да меня кой на самом деле сложный. Ну и что это такое, блядь? Да я не понимаю, как здесь! What the hell? Что-то я не врубаю. Ну, блин, умри, ну что так долго? Да что ж так долго? Да пиздец! Не, это слишком долго. Ере-ере. Не, бой для меня сложный. Там какие-то тайминги сложные. А что дальше? Дальше сложно или нет? Это сложное? А, свечи, свечи, свечи. Окей, у вас осталось. И будет ачивка. А если я не пройду? Бля, это самое сложное в конце! Блядь, я не помню, что делать надо! А, не, вспомнил, ладно. А, нет, это все-таки сложное. А я не помню, что делать надо. Я не помню, кто меня коцает. А, все, я понял, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему я должен все супер заново, блядь? А, вот это самое сложное. В конце самое сложное, бля. Ну вот, пошла душилка, реально. Прям тяжело. Блядь. А, ну ладно. Все, прошел Гамбитыча. Нокаут! Хей! А, блядь, это же не конец! О, нет! Я не помню, как это проходить. Блядь, если сейчас я не пройду, там минус морали на весь день. А, все, я не знаю, что делать. Все, ГГ. Я не помню, как это проходить. Нет. СБ, как это проходить? Ну, ГГ нахуй. Ебать. Можно и быстрее. Изи, когда ты умни, изи. Не, ну по три раза, то да-да, да-да, не так долго. Моя чашка развивается. Мне кажется, тут главное по КД стрелять, с этими пушками. Она будет попадать рано или поздно. Хотя, не факт. Блядь. Я не вижу, когда она меня ебашит. О, нет. Мне надо за этим следить или чё? Блядь, Дина. А, всё? Ну да, последняя совсем легкая, на самом деле. Даже если тебя коцают, ты всё равно, в принципе, можешь на изи пройти, даже не целясь. Всё, прошёл Гамбитыча.
чудо из чудес! А награда! Дядь! А награда! А награда! Где моя награда? Я не вижу ее! Я дарую тебе величайший из всех даров. Восхищение короля. Что? А, вон ачивка. A King's Admiration. Кстати, многие челики говорят, что у меня Baldur's Gate отключенные ачивки. Вы их не видели на стриме, как вы только что это увидели. Правильно, вы что-то увидели? Сейчас я посмотрю, увидели вы эту или нет. Мне кажется, вы это увидели на стриме, потому что я просто включил Steam Overlay. А до этого у меня не был включен Steam Overlay. Сейчас посмотрим. Вам не показал ачивку, не? А, не увидели? Тогда OBS, значит, не захватывает Steam Overlay почему-то. А, у меня это не включено, окей, забейте это. У меня в OBS это не включено. Так, а еще раз, я не понимаю. Я прошел пешка, конь, слон, ладья. Боссов 5. Боссов было же 5. Раз, два, три, четыре, пять. Гамбит — это последний босс или что? Я запутался. Просто должно быть не 6, 10 выборов. Так, проебал время, конечно, зря. Все ради ачивки в стиме. Прикольная анимация у этого челика, который газеты раздает. Он под музыку вот эту вот, я не знаю, как это повторить. Типа он одновременно так вот газеты держит. Не знаю, как это повторить. Она забавная. Прикольно выглядит. Глашатай, блин. Или глашатай? Что дальше? А, очередная миссия с вертолетиком. Да, nice. Impressive, very nice. Бля, сколько этих миссий с вертолетиком? Я заебался. В DLC уже была одна с вертолетиком. Тут всего 5 боссов, и из них 2 с вертолетиком. Гонь его. Я же в DLC. Опять на вертолете? Это чё? А, бля, это не с вертолетом. А, так у меня оружия нету. Пизда. Ладно, ну-ка попробуем. Подождите, мне кажется, тут надо за чашку играть. Не. Потому что тут надо делать даши. О. Короче, мне кажется, тут надо за чашку играть в этой миссии. Вот как эту хуйню дожить, если не чашкой? Если запарировать. Это чё? А я не понимаю этого. Что-то духота, гайз. Бля, что-то духота. А как это доджить было надо было? Чё, блядь? А как доджить? Что ты заебало? Кто это придумал, блядь? А, я забыл, что ей не так доджить надо. А, сука. А как это доджить, стоп? Не, мы без чашки была плохая для играть. Да, мобе это была плохая идея. Этот герой какой-то слабый. Как это? Подожди, доджить надо! В смысле, подожди. Что-то не то. Не получается, мне за не привык. Я не заметил его? Так, подождите, мне здесь не нужен рывок, походу. Не, ну это стадия легкая. Это отдых стадия. А что делать на последней стадии? Это вообще пизда. Я не понял. Yeah.
Не, я не понимаю, к сожалению. Сука. Кто это придумал? Вот это вот хуёвый геймдизайн, это реально хуёвый геймдизайн. Прям 0 из 10 геймдизайн. Это гей-дизайн. Не запарировалось, как и сдано. Это... Ну, нет, это на самом деле, блядь, искусственная сложность. Это ж чисто, блядь, можешь ли ты ориентироваться в пространстве или нет. Я не могу, значит, это, ну, это не для меня просто. Гандоны, разрабы, блядь. Наш такой хуйню зовёт. Это реально первый тупой уровень в игре. Мне не все боссы нравились, но этот... Это неадекватно, неправильно. Последняя стадия — это бред. Это не на скилл, очевидно. Еще, тварь. 6 хп, тварь. И что ты сделаешь, тварь? 6 хп, тварюка поганая, паскудина, блядь. Ну и чё, 4 хп. Не могу его протанковать, блядь, просто? О, нет. Сосать. Протанковал просто, все. Да, вот, кстати, это единственный уровень, который я бы не смогу пройти в этой игре на S, сразу говорю. Я бы мог пройти все уровни в этой игре на S. Хотя нет, там же S — это последняя сложность, да, которая открывается в конце игры. Ну, короче, вы поняли, что я имею в виду. Из того, что я уже прошел, я бы все мог пройти идеально. То есть здоровье 3 на 3, там парирование 3 на 3, карт 6-6. Кроме этого уровня, этот бы я не смог. Потому что, ну, это нечестно. Это просто не для меня, я не могу такое. Я не могу это доджить, я просто втанковал. Так, остался last boss? В DLC? Тогда пока не пойдем его. Так, что меня здесь ждет? Русалку отъебашил. О, это проход к дьяволу, наверное. Театр. Здрасте. Драма-мама. A brawl is surely brewing. Как оно тебя коцать должно? Ой. Ой. Ладно, давайте знаем, в любом случае... Почему-то играю сердцем из DLC. Можешь поставить другое. Пока изи, ладно. Что-то штука делает. Она просто стоит как мина. Как понять, что она на меня упадет? Она падает просто там, где стою. Гарантированно. Надо ему включить. Будешь ли костить 12 интек победы, если будешь, то за какой прайс? Бля, я зря потратил неуязвимость. Походу в этом боссе она не нужна даже. Кстати, босс вроде легкий, да? Все правильно понимаю. Ну, я считаю, играю без супероружия вот сейчас. Так бы я уже прошел, мне кажется. Потому что неуязвимость зря проебал. На ровном месте неуязвимость потратил. Да, это легкий босс. Если я сейчас его пройду без супероружия, по сути, я охуею. А, ла стадия, но я ее не пройду. Смогу ли я
на него уязвимость накопить. Рядом. Кстати, босс супер легкий. Охуеть. Звезду можно накрыть. Вот как. Дай неуязвимость, пожалуйста. Блядь, у меня почти неуязвимость есть. Есть. Когда я включаю вопрос? А, все? Бля, супер легкий босс. Вау, один из самых легких боссов. Сложнее многих боссов в первом мире. Ой, в смысле, легче. Легче, чем многие боссы в первом мире. Вот этот вообще проходит, ну... Без каких-либо проблем на 3-3, 3-3, 6-6. Там ни одной опасной атаки я не заметил, ни одной. Какая-то просто невыносимая легкость бытия. Та-дам! А что дальше? Я убил всех? А, знак вопроса остался, да, кубик. Будешь ли кастить 12-й интик по доте? Нет. За какой прайс? Какая тебе разница, если я кастю, но я не буду его кастить. Поговори с челиками на подиуме и сам все поймешь. Это где в DLC? Какие-то челики на подиуме. Челики на подиуме? Кто где? Ладно, я не помню. Мне кажется, мы идем к кубику. А, не. Нихуя. Try your luck. Погнали? Что я не чувствую, hey, друга? Как вашу игру чувствовать? Так, это что? А зачем я так поступил? А, понятно. Вот сложность дополнительная появилась. А вот в чем сложность, она мне подвигает платформу, чтобы я получал пизды. Сволочь. На голову себе вот этот кирпич кинь. Блять, я не ожидал этого. Так, какое мне оружие здесь надо? Тут возьму вот это, да. A brawl is surely brewing. Ай, бля, maybe я ошибся насчет оружия. Не могу попасть. Не, я ошибся, это не работает оружие. Окей, говно ебаное. Так. Но самонаводка должна всегда быть. Самонаводка лучшее оружие в игре, объективно. Без нее нет смысла никогда выходить на бой. Ну, самонаводка прям вообще пиздец. Я бы не знал, как я эту игру проходил без самонаводки. A brawl is surely brewing. Пошел нахер. Ну, скеля. Ой. Ой, я такого не ожидал. Ребята, это оружие тоже, походу, не очень полезное. Короче, легкий босс, супер легкий босс очередной, но я туплю. На, тварь! Они меня сейчас накроются? А, не, нихуя. На всякий случай.
Хотя, наверное, зря, да, проебал опять на ровном месте. Это чё? А чё делать надо? Чё он делает? А как? Wait, what? Бля, неуязвимость я зря проебал. Да ладно, в принципе, вообще не важно. Стоп, тут даже нету сложности как таковой. Тут нету сложности как таковой. Не понял. У меня коцает? Что он делает? Я не врубаю, guys. Я не знаю, что он делает, сука. Последняя стадия, я не понимаю. А как его коцать? Его коцать можно только с помощью платформы. Да как нахуй меня накоцали? Питарьё! Кто? Я не понк. Не так. Вот так. Не так. Че, вот так надо? Ты не шаришь, Дима, ты не умеешь. Так, я не понял, надо сейчас отходить? А что я делаю, когда бью его? А, я открываю... А, бля, босс легкий. Вот тут хороший дизайн. Он легкий, значит, я умираю. Большинство игры боссы чувствуются, что они легко проходимы, но ты умираешь. И поэтому в этой игре охуенный баланс и охуенный геймдизайн. Ну, босс-дизайн. Кроме того, дерьма там, где переворачивали экран. Ну, это просто бред так делать. Пошел нахер. Зачем я косу об его ебальник? Пиздец даун. Я делаю ошибки тупые, я просто об его лицо накосился, но это бред. Зач. На ровном месте их и потеряю. Там, где его не нужно терять. Так. Ah!
нокаут! Бля, кайф, изи. На ичу изи. Try your luck. Все? Try your luck. Пойдем в магазин, зайдем перед этим. Че, еще не купил? Или все скупил? Welcome! Мне это не надо. Goodbye! Гайс, я вообще пропустил тут много челиков всяких, которые с тобой разговаривают. Способ доступен только миролюбивым, поверишь, это не мой кровожадный друг. Так вот, я прошел одну штуку. П это пацифист, правильно. Try your luck. Я все оружие купил в игре? Одного оружия? А, нет, все купил, да. Все. Блин, так-то я почти не использую суперспособности, на самом деле. Хз. Чернильный ад. Я в аду. Я так понимаю, должен как минимум Куба победить, а потом Дьявола. Как минимум должно быть два босса. Ставки сделаны. Сложность только обычная.